Активисты проправительственного движения во вторник вечером разгромили импровизированный мемориал памяти Бориса Немцова. Ответственность за акцию взяла на себя организация «Освободительное движение «Серб». Первым об осквернении места, где был застрелен Борис Немцов, рассказал в Твиттере соратник убитого политика Илья Яшин. К твиту Яшин приложил фотографию, одну из тех, что сделали активисты на месте убийства Немцова. Сами они выложили в сеть отчет о проделанной работе. К слову, в нем они не скрывали ни лиц, ни намерений. Активистами «Рот Серб» 24 марта 2015 года была сорвана и уничтожена табличка «Немцов мост», а также размещены плакатики с призывом россиян включить мозги, стоит ли называть мост именем человека, который выступал против интересов России. Участники движения «Серб» наклеили на портрет Немцова стикеры с надписью «Предатель интересов России». Себя активисты называют наоборот – защитниками интересов России. Правда, если посмотреть на YouTube-канал этой организации, выходит, что защита национальных интересов Родины заключается в основном в повязывании георгиевских ленточек. Этих людей мы знаем хорошо, они ходят на наши пикеты солидаристские давно. Поэтому мы их знаем уже, в общем, достаточно давно. Сейчас они объявили себя антимайданом. До того они были просто нодом. Уже мы их знаем, в общем, почти год. Поэтому ничего нового для нас, в общем, не случилось. Но тяжело, конечно. Они много странного делают. Вон, да, когда они там... Ну, они каждый раз там устраивают, там, пытаются устраивать драки на наших пикетах и поставить там, я не знаю, как-то они ставили гимн на Третьего Рейха. В микрофонах, это самый громкоговоритель, там известная история, когда, значит, в Крегере кидали дерьмом. Ну, то есть они вообще странно себя ведут, ну, видимо, они считают, что, видимо, у них такой амплуа, я не знаю. На следующее утро на место гибели Немцова пришли соратники убитого политика убирать следы вандализма. Это было просто непонятно, что в России такое происходит. Мы станцевали на смерти. Вот. Пришли из Парнаса, из солидарности, ребята, убрали это все. Ночью происходило. Пришли ночью, все. Сейчас мы тоже пришли, фотографии новые поменяли, зажгли свечи. Но вот мне непонятно, что в стране происходит, потому что когда на смерти надругаются, это они сделали на поколение себе в два раза больше, потому что это наказывается. Соратники Немцова уже заявили, что будут добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Вандализм». Илья Кизиров, Антон Олейников, Радио «Свобода», Москва.